Вспышка вирусного гепатита А в Сызрани зафиксирована с 17 апреля. Тревожная новость стала поводом для обсуждения на заседании в городской администрации. Так, 18 сызранцев с диагнозом острый вирусный гепатит А было госпитализировано в городскую больницу номер 1. Клиническая картина во всех случаях примерно одинакова. Напоминает в начале грипп. Температура 38, 39, 40. Но не очень характерное катаральное явление, то есть в отличие от гриппа ОРЗ. То есть температура вот сохраняется где-то в пределах около недели, 5-7 дней в целом. К концу этого срока у больных может потемнеть моча. Всего заболевших вместе с жителями Октябрьского и Сызранского района 25 человек. Всех этих людей объединяет одно. Все они потребляли воду из неорганизованного источника водоснабжения в селе Рамино Сызранского района, так называемые родники. Значит, население там воду берет не первый год, считает ее целебной. По данным Роспотребнадзора, среди жителей Сызрани, употреблявших воду из централизованного водоснабжения, заболевших нет. Возможность заразиться гепатитом через воду из крана специалисты исключают. Ведь H2O проходит через систему обеззараживания. Тем не менее, глава администрации Николай Лядин особо подчеркнул, что сейчас Сызранскому водоканалу необходимо усилить меры контроля. К мониторингу ситуации подключились и в области. Сегодня с представителями областного Минздрава решался вопрос об обеспечении города необходимой вакцины, которая понадобится тем, кто заболел или относится к числу контактных с заболевшими людьми. Я думаю, в ближайшие дни, потому что вопрос сейчас решается, я думаю, в ближайшие дни все это будет предоставлено. Большая просьба и обращение ко всем жителям города Сызрани ни в коем случае не употреблять воду из несанкционированных источников водоснабжения, будь то родники, будь то какие-то другие места, а только воду желательно централизованную и, конечно же, кипяченую. По вопросам профилактики или какие-то, если возникают по качеству питьевого водоснабжения, можно обращаться в наш территориальный отдел по телефону 98 46 16. Марина Дмитриева, Дмитрий Медведев. Вести детально.